Мотопутешествие по Золотому кольцу. Иваново – третья точка в маршруте мотопробега, организованного заводом имени Василия Алексеевича Дегтярева. Акция приурочена к 101-й годовщине образования предприятия. Участники – сотрудники завода, транспорт, мотоциклы, их производство. Стартовал пробег из Коврова. Цель – не только познакомиться с достопримечательностями. В каждом из городов у участников обширная программа. Во-первых, это патриотическая акция, возложение цветов памятникам Великой Отечественной войны во всех городах маршрута. Во-вторых, это продвижение мотокультуры, мототуризма, мотоспорта в России. В-третьих, это общение нашей молодежи, Совета молодых специалистов предприятия, с молодежью городов, в которых мы будем. А еще сотрудники предприятия хотят возродить интерес к отечественной мототехнике, показав, какие расстояния мотоциклы российской сборки без проблем преодолевают. Кроме того, акция – это дань памяти воинам Великой Отечественной. В Иванове памятник летчикам полка Нормандии Неман для возложения цветов участники акции выбрали не случайно. Мы хотели нашим коллегам из соседнего региона показать именно специфику города Иваново. А ведь мы знаем, что именно на Ивановской земле формировался боевой путь эскадрильи Нормандии Неман. А на том мероприятии возложения цветов мы провели небольшую экскурсию, мы пригласили воспитанников школы номер 29, которые рассказали в целом о истории возникновения данного полка, о его боевом пути, о том, почему возник этот памятник истории города Иваново, кто изображен на этом памятнике. Поэтому такой небольшой познавательный экскурс в историю мы тоже для наших коллег подготовили. Иваново лишь одна из 8 точек в маршруте мотоциклистов. Дальше колонна двинется в сторону Костромы. Всего участникам пробега предстоит преодолеть более 750 километров, прежде чем они вернутся обратно в Ковров. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.